Здравствуйте, друзья! Зовут меня Елена, проживаю на севере Московской области. Ну, вот такая у нас сегодня погода. Солнечная, ясная. На улице минус 15 градусов. Снега по самое... Мама, не балуй. Это вот такой сугроб у меня здесь под окном. Поэтому у меня здесь цветы, я все повыкапывала отсюда. Все с тротуара, все сваливают сюда мне. Ну, мы ждем такси, собрались в больницу, нам нужно выписать лекарства. Мешок бесплатной еды получить. Всем хорошего настроения, всем хорошей погоды. Главное, чтобы солнышко было в душе всегда. С вами была Елена, Московская область.